внимательно смотрит. 2000 опыта! Что? 50 кд, 143 очку! Твою налево я вылетел! Это бан! Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня мы узнаем, что же я получу за 1000 килом в соревновательном режиме. И я не шучу. Это нереально крутое видео, в котором я собрал 10 подписчиков, 9 из которых готовы слить свой ранг ради вас. И ты еще не поставил лайк, ну, братишка, прожимай лайк, подписывайся. Ну, а мы стартуем! Да начнется поиск игры. Встретимся в катке. Если, конечно, встретимся. В связи с тем, что поиск занимал слишком много времени, пришлось поставить регион Чили. И мы нашлись. Все подтверждаем, леди и джентльмены. Подожди, это я второй лобби нашел хоть? А то мало ли сейчас рандом я буду. Алло. Да. Все, погнали в катку. Да, спустя полчаса поисков, ребята, мы нашли наше лобби. Я говорю сразу, уважаемые разработчики, это ни в коем случае не буст. Просто так сложились обстоятельства, что мы решили поиграть на Чили. И так вот совпало, что про тебя попались мои подписчики. Ну что же, ждем первый раунд. Ну что же, ребята, и это первый раунд. Я максимально все придумал по брейну. Вы просто бежите ко мне, и я вас сажаю на нож. На мой огромный, длинный, желтый. Трэмбит голд. На первый! На второй! На третий! Давай сюда, дорогулька ты моя, сюда, не стесняйся! Говорю сразу, это открытое лобби, все по-честному. Ребята, я сделал минус 5, это был потный раунд. Кстати, да, давайте, самое главное, я буду тащить, но при этом, чтобы у меня было 0 смертей. Это очень важно. Меня только что осенила гениальная идея. А давайте-ка вы будете ставить плент. В натуре вы же плент не ставите, пацаны. А ну бегом, все бежим на плент А. Ставим плент, и только после этого я всех буду мочить. Блин, ребята, запомните ники этих героев. Они слили ранг ради того, чтобы посмотрели шоу. Так, давай-давай, быстрее, братик, став пачечку, дорогулечка ты моя. Ай, мой ты маленький. И давайте сразу все киллы буду стараться давать именно в голову. Имба. Теперь я дефьюжу бомбочку. Все, я дефьюжу бомбочку. И просто посмотрите, как много у меня будет очков. Давай, брат, сейчас тебя замочу. Сейчас замочу. Так, давай. Ого, 25 очков! Обалдеть! Самое главное, чтобы это видео не закончилось баном. Кстати, да, знаете что? Я подумал, что мне дали еще большего мэра. Пацаны, каждому из вас надо будет выходить, начиная с третьего раунда. Первый у нас будет выходить ник с челом Китоб. Слушай, странный ник. А если я прочитать задом наперед? Ботик. Алло, пацаны, плентим! Родненький. А кто еще не заплентил? Давай, плентим, брат, быстрее. Быстрее плентим, ребята, это ты шо? 31 очко! Ничего себе! Самое интересное, что я ни разу за всю эту катку не делал ни единого закупа. Вот у меня такое ощущение, что меня могут просто-напросто забанить! Уважаемые разработчики, ПЖ не баньте! Так, ребята, у меня уже 40 очков, а это просто нечто нереальное! Скиньте мне молик, у меня есть идея. А давайте я сейчас сделаю так, чтобы они все сгорели. Может, мне тут больше очков? Надо, чтобы все теры подошли в кучу. Пацаны, все встаньте в одну кучу. Так, я всем все должен накоцать. Давай, родненький. Ой, блин, случайно замочил. И теперь бросаем молик. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Хана, это имба! Челы чисто сгорели в молике. Слушайте, мне очень интересно, сколько мне дадут ММР за всю эту катку и какое у меня будет звание. И самое интересное, это последняя 10-я катка, после которой я получу звание. И мне очень интересно, какое же я получу звание и что же мне вообще дадут. Потому что я вот прямо сейчас прохожу калибровку в соревновательном режиме. Просто прикиньте, а вдруг мне выпадет Диглоурейд или Алик там, например, какой-то там авик ТХ или еще что-то. Просто представьте, насколько же это было круто. ...65 очков! Вы че гоните? 65 очков! 70 очков! Что мы творим? Я вам отвечаю, это просто что-то с чем-то. Вы за это видео просто обязаны поставить лайк. Блин, ребята, как думаете, сколько отнимут МР этим пацанам? Я хочу, чтобы вы знали, что они герои. Они герои в моих глазах! Они слили свое звание ради вас, ради контента.
это импулечка. И у меня, ребята, 80 очков. Ну, как я понял, в принципе, нет разницы, с какого оружия мочить противников. Потому что, в принципе, нам очков дают одинаково. Но самое главное, ребята, дефюзить бомбочку. Вот за это нам дают прям целых 5 очков. Кент, а откуда у тебя такие дорогие скины? В смысле откуда? Братик, слышал о булдропчике, а? Слышал. А ты в курсе то, что там вышла новая обнова, а? А ну-ка расскажи. Братик, добавили фабрику эльфов. Ты, короче, делаешь пополняшку и получаешь на халяву карамели. И эту карамель можешь менять на дорогие скины. Плюс там, братик, выпадает топовый дроп. Также там есть мой сундучок. Открывай его и получай бонусы. Сверху на башкой ты видишь секретное слово. Ты его вводишь и забираешь свой приз. Все нужные ссылочки есть снизу, а мы идем дальше. У меня уже 85 очков, вы верите в это? Я вам отвечаю, у меня очень большой шанс выбить какой-то крутой скин, например, из Хэллоуин коллекции или из Нью Йорк коллекции. Я вам отвечаю, очень большой шанс. Все, все, имба, имба, я дефьюжу, и вы сгораете. Все, найсик, найсик. Итого, ребята, у нас уже 100 очков! У нас целых 100 очков, посмотрите на мою стату. Я играю в 35 КД. Твою налево, я вылетел! Это бан! Нет, надеюсь, это не бан, надеюсь, это не бан, надеюсь, это не бан. Вы это видели? Я просто взял и вылетел! Походу, стоп, ребята, никто ничего не делаем. Никто ничего не делаем. Я сейчас зайду. Сейчас все будет окей. Я очень сильно на это надеюсь. Пожалуйста, только не бан! Заходим. Надеюсь, перед Новым годом произойдет какое-то чудо. Так, нажимаю переподключиться. Фух, все, пощены. Я думал, меня уже забанили! Фух, повезло, повезло, повезло. Отойдите от бомбы, пацаны, отойдите. Это подальше, подальше. Все. Чтоб все взорвались. Ё-моё! Блин, я еще не успею раздефать. Вы что гоните? Кто флешку кинул? Итого, ребятки, у нас 115 очков. Это нереально большая цифра. Но сейчас будет самое-самое интересное, потому что мы будем играть за команду Т. Вот тут-то, ребята, пошел контент по трубам. Погнали. Ребятки, смотрите, я по-любому должен заплентить и по-любому должен всех замочить. Так, пацаны, я сейчас пленчу и всем даю по шапке. Давайте. Я тебя замочу, Форкс, когда рванет бомбочка, потому что я там получу еще больше очков. Поэтому, мужик, беги за мной. Давай. Опа! Имба! 129 очков! Ну что, ребята, как думаете, какое звание у меня будет? Просто прямо сейчас напишите в комментариях, поставьте видео на паузу. Как вы думаете, какое звание мне дадут? И самое главное, сколько ММР мне дадут? И дадут ли мне какой-то скин из новой коллекции? Возможно, прямо сейчас... Быстрее! Возможно, прямо сейчас идут Керголд, ребята! 50 КД, 143 очков! Что же мы получим? Внимание, леди и джентльменс! И мы получаем прямо сейчас. Приготовьтесь, просто приготовьтесь к всему этому. Я прямо сейчас получу звание, так. Какое же мне дадут звание? Внимательно смотрим и... Феникс! Ха-ха! Это имба! Какая же это имба! Я не верю своим глазам! Так, ребята, что же мне еще дадут за удачу? Давайте внимательно смотрим! Внимательно смотрим. 2000 опыта! Что? 2000 опыта! Ха-ха! Я не верю, я не верю! А что мне дали всего лишь 25 серебра? Вы чё на приколе? Уважаемый леди и джентльменс. Всего лишь-то 25 серебра за эту игру? Давайте ради интереса проверим, а сколько же моим оппонентам сняли ММР. Братва, это героический поступок. Давайте посмотрим, чё там по ММР-то, ё-моё. Проверяем, сколько сняли ММР. Минус 41 ММР? Всего лишь-то 41 ММР? Я думал, гораздо больше отнимут. Раньше, помню, по 70 ММР отнимали, 41 ММР всего лишь. Он чел-то играл 5 на 10, ему и то отняли гораздо больше. Слушай, у меня такое ощущение, что если я сейчас перезайду, меня могут забанить. Давайте я на всякий пожарный перезайду. Меня не забанили, а это означает то, что мы переходим в союзники. И опа-па, ребята, произошло чудо. Каточка номер 2. Это мы уже играем в союзничках, и, как видите, опять-таки попался против моих подписчиков. Я говорю сразу, это ни в коем случае не буст, и я осуждаю всю подобную тему. Это всего лишь небольшой эксперимент, в котором Кент ТПК поднимет себе высокое звание. Так, ну что, леди и джентльмены, подходим и получаем. Ой, как же все лагает. Получай по шапке ты. А, слышь, иди за пленти, ты что думал? Ну, а моего тиммейта Вилли Квик я попрошу, к сожалению, выйти. Братик, тебе надо выйти. Сам понимаешь, не мы такие, а жизнь такая, потому что иначе мне дадут малое ММР. Он вышел.
Просто прикиньте, его забанили. Он пожертвовал своим аккаунтом. Он получил бан. Это все ради вас, ради контента. Хэштег Вилли, ты топ! Не, реально, мужик, красавчик. Красавчик, я тобой горжусь. Был пацан и нет пацана. Кстати, как думаете, какое мне дают звание? А у меня до этого было голд 3. Блин, будет очень прикольно, если я подниму голд 4. Я вам отвечаю, это будет прям очень круто. И прямо сейчас меняемся сторонами, я делаю последний килл. И мы узнаем, что же я получу. Надеюсь, не бан. Посмотрите на мое звание, у меня голд 3. Ребята, что же я получил? О май! 81! Что происходит? Я голд 4! Я реально голд 4! Ничего себе, скалязи, посмотрите! ММР не заканчивается! ММР не заканчивается! Так, что же я получил за удачу, как вы думаете? Как вы думаете? Внимательно смотрим. 1600 опыта! И я получил! В рот. В смысле? За хорошую игру, 10 серебра и все? Ну что же вам сказать, леди и джентльмены? Миф опровержен, что раньше падала какаха, что сейчас. Но если понравилось подобное видео, прямо до секунду прожмите лайкосик, обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентура, всем удачи, всем пока. За подписку на мой телеграмчик вы получите на халяву 1000 голдишки. Обязательно переходите, подписывайтесь, ссылка в описании.